Работа как шаг к интеграции беженцев. Немцы изучили, какие шансы имеют мигранты на трудоустройство в Германии. Что в итоге получилось, расскажет Татьяна Лагунова. Беженцы как вызов для рынка труда Германии. Пока новые жители страны интегрируются в общество, немецкие экономисты подсчитывают, сколько из них в перспективе смогут найти работу и самостоятельно себя обеспечивать. Прогнозы – вещь неблагодарная, но немцы любят просчитывать все на годы вперед. По заказу правительства Германии Институт по изучению рынка труда в Нюрнберге провел масштабное исследование и оценил шансы беженцев получить достойное рабочее место. Результаты таковы. Через 5 лет на работу в Германии сможет устроиться каждый второй беженец. И трудиться мигрантам чаще всего придется не по профессии, ввиду несвободного владения языком или отсутствия признанных в Германии дипломов и сертификатов об образовании. Иными словами, в сферах, где не нужны специальные знания. Например, грузчиками, уборщиками, разнорабочими на стройках или сортировщиками почты. Все бы ничего, но проблема как раз в том, что неквалифицированных рабочих кадров в Германии как раз с избытком. Страна, наоборот, нуждается в притоке квалифицированных специалистов. А это значит, что армия безработных в Германии, похоже, будет расти. Трудоустройство беженцев – приоритет миграционной политики Германии. Не только потому, что работа – важный шаг к интеграции. Каждый безработный – это нагрузка на социальную систему страны, а соответственно и на бюджет, из которого эти социальные пособия выплачиваются. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».